Приветствую всех на канале Спутниковое ТВ. В этом видео хочу коснуться такой темы, как обжимка интернет-кабеля. Уже интернет у нас тесно связан со спутниковым телевидением, и поэтому всем установщикам уже рекомендую покупать обжимной такой инструмент для обжимки кабелей. У меня он уже давно, потому как очень часто нужно либо подключить ресивер к интернету, либо просто как побочный заработок обжать, переобжать, протянуть витую пару, что опять же тянет за собой заново обжим кабеля, купить коннекторов хотя бы для начала, там штук 10-20, они по 100 продаются вообще, и так будет, кстати, дешевле. Вот, и это все с собой возить, потому как это уже как побочный заработок, либо как основной, подключить интернет. Часто вот когда у нас пользователи ходят с ноутбуками, и в которые пока еще не стоит роутер, в который напрямую включен кабель, это все приводит к тому, что кабель, вот тут вот, это соединение все время ломается и начинает постепенно, интернет, в общем-то, не работает. Это тоже часто звонят, просят переобжать, так как конторы, которые занимаются конкретно интернетом, не очень-то любят выезжать на такие вот ремонты, когда нужно просто переобжать кабель. А я либо по уже вместе там с установкой антенны, когда меня просят, я это делаю за дополнительную плату, либо уже отдельно выезжаю. Мне как бы несложно это, если человеку особенно нужно срочно. Вот, покажу, как это делается. Это все очень просто, я это уже запомнил, конечно. Вам рекомендую тоже. Стандартная обжимка, там есть несколько видов обжима. Стандартная — это у нас оранжево-белый, оранжевый, бело-зеленый, синий, сине-бело-зеленый, коричнево-белый, коричневый. И вот эта обжимка у нас самая ходовая. То есть зачищаем кабель. У меня кабель Одесса. Немножко неудобно из-за камеры. У меня хороший одесский кабель. На нем немножко сложно эту изоляцию снять. Так, зачищаем, снимаем изоляцию. Примерно вот столько нам нужно ее снять. Освобождаем провода и разделяем их по цветам. Так, далее я делаю, опять же, не претендую на то, что я делаю супер правильно, но я делаю вот так: оранжево-белый, оранжевый, бело-зеленый, синий, сине-белый. Так вот подравниваю их по пути. Зеленый, коричнево-белый, коричневый. На самом деле используется 4 провода. 2 оранжевых, 2 зеленых. Для сетей до гигабита. Ну, я, как правило, обжимаю полностью. Ну, бывает и двухпарочка. Там чуть-чуть неудобно попадать в эту клипсу. Вот так вот, так вот это все выглядит. Потом я вот этим вот инструментиком подравниваю все концы, раз, вот они все ровные, и смотрю на клипсу, на этот разъем, где пиптик, который фиксирует от меня, я вставляю эти проводочки, аккуратненько попадая в каждый пазик. Здесь неусеченный кабель, поэтому нужно немножко с усилием. Если кабель будет более плохого качества, это все легче залазит, потому что это вот Одесса, это хороший кабель. Далее переворачиваем вот это с этой стороны и смотрим, чтобы все провода упирались в контакт. То есть не было такого, что какой-то провод там
доходит до половины разъема, должны все провода четко заходить до конца металлического контакта основания. И проверяем сразу же здесь по цветам. Оранжево-белый, оранжевый, бело-зеленый, синий, синий-белый, зеленый, коричнево-белый, коричневый. Все четенько у нас. Вставляем это все дело в инструмент и прижимаем крепко. Я обычно делаю до щелчка. Все, разъем у нас обжат. Ну, обычно тут еще идет термовсадочка такая, либо кембрик такой. В общем-то, на этом все. Если видео было полезным, ставим лайки, подписываемся. Пока!